фестивальная. Ее можно подпевать, потому что она написана на музыку Джо Дассена. Все, конечно, знают эту мелодию замечательную. Ну, в общем, мы решили посотрудничать. Ну, представьте, что вы на фестивале, будь то Обнинская нота, которую мы очень ждем, мы очень любим этот фестиваль, и не раз на ней были. И вот эти вот прекрасные богини авторской песни, организаторы, прекрасные женщины. Оксана Рачкулик, Зоенька и Юлечка. Да, мы вас очень всех любим, желаем успеха фестивалю и чтобы он состоялся. Рассматриваем сесть на трон, шансы Лизы.